Поехать на бал. Да, очень, но я не могу. Не спорь, не спорь, ты поедешь туда. Ужасно вредно не ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь. Но у меня столько работы. Посмотрите, что я сделала. Эту розу я сделала из атласных лоскутков. И она совсем как живая. Сегодня друзья поработают за тебя. Мальчик, волшебную палочку. Прежде всего прикатим сюда тыкву. Спасибо, дорогая крёстная. Подожди, глупенькая. Как можно ехать в карете без кучера? Чудеса еще не кончились. Через 5 минут подашь карету к крыльцу. Ну, а теперь мне можно ехать, да? Ну, как можно ехать на бал в таком платье? Неужели это я? Да, это ты. Посмотри, кто к нам приехал. Узнаешь? Кто это? Ну? Таинственная и прекрасная незнакомка. Не пугайтесь. А я нисколько не испугалась. Я от сегодняшнего вечера ждала чудес. И вот они. Но все-таки где же мы? Мы с вами перенеслись в волшебную страну. Какой умный мальчик, верно? Хороший мальчик, отличник, много читает, даже сочиняет стихи. Я не волшебник, я только учусь. Я восхищаюсь. Я так люблю чудеса. Никаких чудес еще не было. Просто мы настоящие феи до того впечатлительны, что стареем и молодеем так же легко, как вы, люди, краснеете и бледнеете. Мне так хочется, чтобы люди заметили, что я за существо. Но только мне хочется, чтобы люди это заметили непременно сами. Без всяких просьб и хлопот с моей стороны. Ах, дорогая моя, какая ты еще в сущности девочка. Мы вернулись из волшебной страны. Не знаю. По-моему, еще нет. А вы как думаете? И я тоже так думаю. Лучшее мороженое на всем белом свете. Сам выбирал его. Я все обдумал. Я после мороженого вам бы прямо сказал, что я люблю вас. Ну, я, правда, не такой смешной, как это вам кажется. Все потому, что очень вы мне нравитесь. Останьтесь. Сорок порций мороженого? Ты объелся? Фу, какой стыд! 40 порций! 6 лет! Ты не позволял себе подобных излишеств. Та девушка, которой хрустальная туфелька будет как раз в пору, и есть невеста принца. У вас нет других размеров. И что-то очень знакомое в том, как вы покачали головой. Покажите мне ваше лицо.